Добрый день. От агентства Борисов я бы хотел сказать несколько слов об эксклюзивном договоре. Сейчас все солидные агентства настаивают на заключении договора со своими клиентами, эксклюзивного договора. То есть с теми, кто хочет воспользоваться услугами этого агентства. Ну а многие клиенты, многие продавцы квартир, домов, считают, что если хочешь продать свою недвижимость быстро, дорого, то нужно обращаться к как можно большее количество агентств. Чем больше, тем лучше. Так вот, это заблуждение. Уважаемые владельцы квартир, домов и другой недвижимости, я обращаюсь к вам. Если вы нанимаете, ну так вы считаете, что нанимаете, большое количество риэлторов, то вы за свои деньги нанимаете команду, которая будет работать против вас. Риэлтор-посредник. Он может работать либо на стороне продавца, либо на стороне покупателя. По-другому не бывает. Поэтому, лишая себя надежного союзника в лице риэлтора, отказывая себе и ему в заключении эксклюзивного договора, вы оказываетесь один на один в битве с большим количеством риэлторов, которые теперь будут отстаивать интересы покупателя, не ваши. В этой битве победит тот риэлтор, то агентство, которое продаст вашу квартиру дешевле. Так вот, приготовьтесь, что вам будут звонить и предлагать продать вашу недвижимость по заниженной цене. То есть дороже продать у вас, если вы обращаетесь во множество агентств, точно не получится. Далее. Покупателей сейчас мало. Каждый желающий купить на вес золота. Испортить покупателя очень просто. То есть уговорить покупателя купить не вашу квартиру, а ту, которую выгоднее купить покупателю, либо заработать на этой сделке какому-либо из риэлторов. Тем более продажей вашей недвижимости с вашего согласия будут заниматься не только профессионалы, а и люди, которые не умеют работать с покупателями. То есть быстрее продать квартиру у вас точно не получится. Далее. Приготовьтесь, что к вам под видом риэлторов могут прийти мошенники или просто банальные воры. Так что, обращаясь во все фирмы, вы подвергаете себя и свою семью опасности. Я назвал не все причины, ну, самые первые, самые те, которые лежат на поверхности. Причины, чтобы не поступать так. Итак, дорогие владельцы недвижимости, если вы решили продать свою квартиру, пожалуйста, выберите агентство, которому доверяете. Агентство с большим стажем работы. Желательно более 10-15 лет. Агентство, о котором есть хорошие отзывы, которое уже давно на рынке недвижимости. Заключите с этим агентством договор, эксклюзивный. Доверьте этому агентству заботу о вас. Заключив договор, вы сможете требовать отчета о проделанной работе. И самое главное, вы найдете себе надежного союзника, который сможет бороться за вашу цену, за вашу безопасность и за ваш комфорт.